следующая песня называется «Так будет просто». У нас, я что-то совсем забыл, что первое отделение, оно такое, получается, у нас как бы раннего творчества. То есть как бы те песни, которые мы сочинили как бы в «Нечий аббат», и вот тут вот как бы разобрали. Следующий, как бы, получается, следующее отделение будет такое более, как это сказать по-русски, Франческо? Я ничего не понимаю. Да, ну понятно. Вот, так что сейчас будет шутливая песня, она называется «Так будет просто». Мы прервемся минут на 5 и продолжим во втором. Поехали. Готов, Станислав? Да. Мы сидели под звездным небом, играли с тобой в поцелуи. Мне очень хотелось по-французски, но в каком-то азиатском утонули. Мне воздуха совсем не хватало. Ну а ты была с аквалангом, нам было все мало, целовались под эпичное танго. Моя рука посетила зону, куда вход было дорога была. Я не слышал твоего стула, и твоя мою руку посадила обратно и сказала: не надо, не шутка, если вдруг воспринял как шутку, нас окутала жаркое лето. Так будет просто, взять, погасить все звезды. Так будет просто, взять, убить любовь. Так будет просто, но уже слишком поздно. Так я и не понял, за свою руку второй раз. Что там у тебя за девичьи секреты? Покосил на меня свой левый глаз. Снова на лицах, а выкинуть счастье в этом потом. Словно говорил, время пришло, твой год, здрасте, так вот подумал. Час мой пробил, а время летело, тогда время скакало.
Спасибо. Ну, я думаю, прервемся на 5 минут.